Я не помню, ты этот остров уже обчистила, да? Я тоже не помню. Ну-ка сейчас. Просто плыть дальше. Да, плыть дальше я его. Там снизу не было голубых водорослей. Я, кстати, не смотрел, да, посмотрел. Глянь. Только простые. Ты помнишь, ты встречал их? Тут нет. Я просто не помню, как они выглядят. Я тоже. Ладно, половим дальше. Плыви. На вот этот зеленый остров 400 метров, который. Налево получается, да? Вот сюда? Поплывем. У нас есть 7 слитков, можно сделать якорь, который. Бля, где был этот якорь? Ну такой. Может, его изучить нужно сначала? А, по-моему, да, сейчас. Ну-ка. Фонарь, сетка. Улучшенная батарея. Да, вот он, по-моему. Улучшенный постоянный якорь. Вот. Изучаю. Да, на него надо 8, блин. Одной не хватило. Там штука, которая бесплатно заряжает электроэнергией. Не надо. Потом. О, мы почти приехали. Даже мы были на этом острове. Да, мы были. Блять, ладно. Тогда плывем на точку синюю 700 метров. Вот они пойдут там. Что это за звук? Ты радио включил? Да. Это радио. О, отвратительное вырубля. Вижу что-то перед собой. Жесть. Какие-то скалы огромные или даже не скалы. Боковым зрением? Да.
Какие-то дома. А, я уже даже прямым зрением вижу. Что-то грандиозное. Ну, утопия? Да. Утопия. Спасибо. Не четыре. Не четыре. Мы здесь были. Не, точно не были. Ага, как мне паруса перекрасить? Как его свернуть? Можно парус? Он сворачивается вообще? Так, начинаю заруливать. Заруливай. У нас прям почти идеальный размер нашего корабля. Так, ты возле этого, да? Возле кого? Да. Якоря. Нет, я не возле якоря. Че, якорь кинуть? А как кинуть якорь? Просто подойди к нему, нажми. Ага, брось. Все кинула. Я вроде припарковался. Кривовато, но он вроде попал. Сойдет. Пойдем. Ты тут, да? Угу. Что-то там схватило, я даже не успела увидеть. Арбуз. О, что это такое-то? Где ты? Я не вижу тебя. Наверх посмотри. Да, ага. Нет. Из-под низа, наверное. Нет, не из-под низа. Ого, там небоскреб уходит вдаль. Угу. Он, так, наш этот друг плывет. Помянем. That too was her. Теперь я тебя потерял. Я внизу. Смотрю на небоскреб перед водой. Блин, где наш? У тебя лопат с собой? Блин, да, со мной. Ой, жуки! Видишь, да? Уже копаешь было.
Ой, они ранят. Да. А в чем прикол выкапывать жуков? Копаю. Ты можешь так не прыгать. Лопата поломалась. Как будто летишь. Ладно, пойдем дальше. Надо еще. Вот, пойдем сюда, на маяк. Сколько хера копать? Ну ладно, пофиг. Может быть, давай сделаю лопату, пока мы недалеко ушли. Ладно. Ух ты. Ух ты. Удерживай для правного вращения. А, трубы совмещать нужно. А, то есть, типа, будет это... Ну! Короче, походу, какая-то будет огород. Задачка, да. Делаем. Ничего себе. Лопата. А есть у нас лопата? Чтоб мне не делать. Нету. Железный свиток, болт, 6 досок. Все, сделал лопату, пойдем. Мало ли просто понадобится. А тут мусор забыл забрать. А я там не проходил. Проходи. Пойдем туда, хочу в тебя, Микки. Знаешь, наш с тобой плод смотрится в принципе в тему. Кстати, да. Тубзик, что ли? Что-то прыгаешь-то. Да, хочется. Требуется... Два ключа входа. Монетка. Это не та, это жетон торгового автомата, а не... Ну, значит, здесь будет торговый автомат. А как ты залез? Я не могу. Я вот на вот эту штуку не понял. А... Бригаси, ты худая. Ага, и не смысл туда залезать. Нет, ничего. Цепями такой завешенным, блин. Один ключ от тюрьмы. А? Смотри. Да, а тюрьма больше на какой-то шатер, похоже. Я не вижу, где ты. Развернись. Я не вижу. И наверх посмотри. Так, ключ от входа один и записка один. А где? Я не вижу тебя. To anyone reading this, Olaf should be up in the marketplace. Beware of his rabbit beasts. Там какие-то эти в тюрьме сидят, походу, слышу голоса. Okay. So how do we drive the world? Great question.
Короче, один ключ от входа есть, осталось еще один. Я тоже слышал. Где-то. Я возле тюрьмы был и пока прислушивался, ты убежала. И куда ты побежала, я тебя потерял. А, вижу тюрьму. Да, закрыто с другой стороны. Там монетку вижу. Во! Гиена! Рыбная ловля, что ли, выжила? Хочу башку гиена. Ну-ка. Ты теперь одна из трех. Покеш. А, не, блин, у нее она смотрелась нормально, тут прям какой-то форсхилд получился. Не знаю, мне нравится. Ой, нет. Еще одна бежит. Норм форсит. Что тебе не нравится? Ай, блин. Так, ящики. Что-то с этими ящиками надо делать. Ничего, нести. А, может, типа... А как ее поставить? А, блядь, как его поставить? Ук. А, типа друг на дружку можно и куда-то залезть придется. Он еще ящики. Походу лестницу куда-то ставить нужно. Делать, сооружать. О, еще гиена. Тут дофига. А, скинем все одну кучу пока. О, это что за куча говна? Это у нас кабель. Один кабель. Монетка, через которую ты прошел. Я опять даже... Вот еще монетка. Почему именно эти ящики? Вон в округе еще куча ящиков. Почему он трогает именно эти ящики? В чем логика? О, еще кабель закрыт. Может, сюда надо залезть? Хотя нет. Ящик похоже. О, ну-ка. Тянуть кабель. А, ну понятно. Куда его тянуть? Можешь подсказать? Хотя ладно, не буду. Они причем только в одном направлении все. Вот, смотри, иди сюда. Что в одном направлении? О, кабель. Ну, ящики только в одном направлении лежат. Нет, они идут повсюду. Я имею в виду в одном направлении. Их не можешь крутить, чтобы электростанция. Я вижу, куда тянуть надо на кабель. Угу.
О, вижу еще дверь закрыта с другой стороны. Ага, я понял. Надо что делать надо будет. Здесь плюсик, там ключ. С другой стороны, аж сверху попасть. Упасть, да. Я уже так делала, но что-то мне впадло было продолжать. Поэтому на тебя скину. Света нет, ничего не видно. Так, я на крышу. Буду залезать. Зачем? Не буду. Ладно. Вот отсюда кабель тянуть надо. А, интересно. У нас сколько кабелей? Ну-ка. Два. Три. Уже два. Все, я отсюда дотянул. По крышам нужно тянуть. Так, стой. А, не, не надо. Сейчас. Крутить не помнишь? Это... Крутить R. Зажимаешь. Не, ни хрена она не крутится, это что? Ну ладно. Так, вот еще один можно вытянуть кабель. Здесь написано. Типа инструменты. Да. Тебе нужна голова гиена? Будешь носить? Нет. Почему не? Еще один кабель нашла. Еще один кабель нашла. Замечательно. Вот здесь можно протянуть кабель. Здесь еще там можно это использовать. О, ну нет, почему? Еще здесь можно протянуть кабель. Сюда или куда он клеится? Куда его клеить? Вот смотри, я на крыше. Куда его приклеить? А, ну, сейчас. Подожди, я сюда дотяну. Все, теперь вот сюда нужно. Как я это сделаю? Он протянется там далеко? Да, должен. А как ты сюда забралась? С другой стороны. Сюда интересно, могу его подключить? Да. Вот, я подключила к штуке. Смотри, теперь он заряжает. Или что он делает, не знаю.
О, смотри, он работает. Видишь? Так. Ты откуда подключила? Это вот здесь, вот на вот этом пятачке. Он огражден полностью. Я сюда пришла и здесь взяла. Не очень понимаю, правда, для чего мы все это делаем. Может быть, кто-то скажет. Ну, ключи ищем. Ты все кабеля там протянул? Да, вот я уже до сюда дошел. Или стоит выстроенная. Нам это даст. Еще один кабель валяется. О, я там ходил, не увидел. Так, а как нам теперь сделать, чтобы можно было дальше? Вот там какой-то насос. Или что это? Ага, и к нему вот здесь трубка с водой. Для воды или... Вот он. Requires electricity. Electricity. Да, точно, точно. Don't move. Прикол, смотри. Такой, типа... Ножки не было, подставили камни... Не двигаться. Я задачки. О, а вот и лопата была. Зачем я делала? Электричество. Электричество идет вот. Вот так вот. От вот этой штуки вот сюда и сюда перенаправляется вот в этот... Вот в эту штуковину. То есть вот эта штуковина работает, да? Ничего. Нет, вот надо, чтобы она заработала, тогда вот этот насос будет работать и будет подача воды. Для этого мне нужно придумать, как попасть... Туда. Куда? Туда, чтобы оттуда наверх? Протянуть. Я уже попадала туда. Да? Как? Не помню. Не потому, что я строил. Да, потому что ты строил. А чем тебя не устраивает попасть туда, потому что ты строил? Потому что нужно протянуть вот сюда. Вот сюда. Оттуда. Ну, нажимаешь и прыгаешь. Хорошо. Вопрос такой. Нужно, чтобы можно было и туда забраться, и сюда забраться. И я пока не придумал, как. А ты говоришь, оттуда попало, да, с другой стороны? Да, с другого пятачка небольшого. Там по балочке проходишь. Я тебя понял. У меня есть идея.
Печать шифра. Это ты нашел? Нет, это ты нашла, походу. Ага, выкопала, походу. Часть шифра 59. Какой-то там. Если вы считаете это, знаете, улов, скорее всего, на рынке наверху. Берегитесь его бешеных тварей. Заберите у него ключ универсальный. Пойти вокруг было. Так, я соединил. Вентиляторы заработали наверху. Ой, Балумба заработала. Качает вою. Или что он тут? Да, я соединил. Ага, теперь нужно вот здесь. Вот здесь вот так вот сделать. Так, значит, это мы делаем. Так, делаем вот так. Опа. Делаем вот так. Нет, делаем вот так. Стой, ничего не трогай. Ничего не трогаю, смотрю. Не так надо, сразу говорю, не так. План делай сам. Вот с этого конца лучше начинай. Потому что нам сюда надо подачу воды. Я как раз соединил. Так уже. Там еще одна такая же. Мне не хватает лопат. Сюда нужно лопат 100, наверное. Ага, еще наверху куча грядок. Да идите нахер, короче. Я не буду ничего копать. Нет, не все. Надо бы на плот вернуться, пополнить запасы. Темно. Ну что? Нет. Да, было чуть-чуть. Блин, было и пропало. Нет, Блин, не то. Я испортил. ничего не делал. Я просто попутал.
Работает. Теперь вторую так же делаю. But now that lunatic Olaf appeared, his cages are already unloaded, and now he's promising to help everyone with his army. Last I saw him, Olaf Wukstrom ruined Caravan Town. I will never forgive him. I hope Han and Ruben listen to me. He's not to be trusted. Just in case. О, иди сюда, здесь этот есть чинскоп. А, требуется один гарпун, канистра углекислоты. Что? Да я просто читаю, а ты... Я поэтому слушал. Что еще раз? А, я уже ничего. Тут просто требуется гарпун и канистра углекислоты, так что пока забей. Так, сделал? Еще нет. Да. Все сделал. Замечательно. Ладно. О, давай. Давай, давай. Вот он, бак. Вот этот будет наполняться. Блин, это, короче, часть шифра. Это надо все перекопать будет. А, капец. Это, блядь, прикол какой-то. Блин, подсказка есть, где закопано. О, бак набирается, смотри. Да. Ну-ка, что там наверху? Ничего. Нет, вот канистра. А. О, канистра углекислоты. Блин, и ради этого мы херачили. Туда руку можно было засунуть. Там, короче, три части шифра надо. Я не знаю, это прям в поле закопанный надо выкапывать, или в поле только одна была? Ну, вы что-то... Выкопай все просто. Ну, это очень долго. Их очень много здесь. Можешь сделать лапу. О. Ладно, вторая. Окей, попаем третью. Что ты мне подскажешь, что она где-то наверху будет? На верхней. Пойду сначала сверху копать. Вот отсюда. Ну, стоишь. Тоже копай. У меня нет лопаты. На. Можешь на плоту сделать лопату. Да не здесь копай, в другом месте. Все, выкопай. Идем за мной. Иду с тобой. Как я угадала, а? Где копать? Ничего себе, чумка. Идешь? Ауф. Ух ты. Красиво. Хотел. О, гарпун, отлично. Поднять чертеж, большой рюкзак. Большой рюкзак. Ура! Люблю рюкзаки. Все, есть прям... А вот раки. А, вон, смотри. Ящик с хламом и рецептом серебристого смузи. Что? Ну-ка, как он выглядит? Банан, молоко, опять водоросли, которых хер достанешь. Короче, здесь нет. Ну, единственное, это только овощной суп, который, ну, считай, бесконечно делать можно, там, миллион штук. Ну, либо покупать автоматы за мусор.
Видишь? Тут все, вот смотри, гарпун использовать. И теперь зиплайнимся. Блять! Что, нет? Есть, просто из-за тебя я упала. Ша, я поднимусь, подожди. А как? Как? Подожди, как ты зацепился? А, вот с этой. Вообще надо было... Нормально, рассвет. Домой. О, ключ. А, ключ от входа. Ну-ка. У нас есть два ключа от входа. Хорошо. Тебе за едой нужно домой? Да пока нет. Сейчас съем то, что есть. А, все? Да, все, здесь только вот ради этого. Да уж, я как бы все понимаю, но этого я не понимаю. Ладно, зипланимся к себе домой, да? Так, в итоге... У нас есть два ключа от входа, теперь можно пойти, собственно. Сейчас только скину вообще весь мусор. Да, то же самое. Блин, башку гиены выбросила. У меня есть. Есть? Скинь мне. Ладно, давай. Спасибо. Я просто коплю бошки. Какие бошки? А, ну, разные, разного вида, по одной. Все. А, все, я понял. А то я просто некоторые выкидывал. А, ну, те, которые есть, да, там, выбрасывай. Мне главное, чтобы всех разных по одной было. У меня такой дыня, вот клубника. Зачем? Да я просто уже прицеливался. Если ты прицелился, можно нажать ПКМ. Ну-ка, большой рюкзак. Ты лестницу что здесь поставила? Давно еще. Так, все, научилась большой рюкзак делать. Делаю большой рюкзак. Веревка, кожа, шерсть. 10 кожи, 10 шерсть. Блин, шерсти нет. Капец. Сколько шерсти надо? У нас их 4 только. Ну ладно, хоть сейчас, хоть сколько-нибудь сейчас соскребу. Соскреби. Надо их тогда будет почаще скрипсти. Ну, можно идти. Да. Готов. Не поняла. Чё?
А где башка гиены? Не тебе. Нет, та, которую ты мне дал. Ты сказал, что выкинула ее, а я тебе дал свою. А у тебя еще одна есть? Нет. Пизда. Теперь я без башки гиены. В смысле, она на тебе? Да мне еще одна нужна, если я захочу повесить на стену. Ну, сейчас там еще одна гиена есть. Ты поскреб этих животных? Да. Они все сожрали. Ну и видите. А, у них без без еды не будет расти у них ничего. Ладно, пошли. Не срать на них. Ну, они такие приунывшие. Да и хер с ними. Как бы... Не умрут. Да, только на них расти ничего не будет. Пойдем. Помнишь, где нужно было? Да. Идешь? Ты где? Вот здесь. То есть ты сам повернул, а мне сказать, что надо повернуть, не додумался. Ну ты за мной пойдешь? Ну ты за мной шел. Так, поплыви здесь. Плыви. Нет, это тюрьма, нам надо... А, вот он. Нет, это не та. Это не та дверь. Нам нужен дверь, где два ключа. Я вот здесь уже стою. А я не... Отлично, Ксюш. Спасибо, мы вниз поехали. Да не рви туда. А что это? Так, только... О, я грузик опустил какой-то. Сейчас, подожди. Да, ловушки. Ага, понятно. Что-то сюда притащить нужно. Требуется один молоток. О, там что-то, блин, там какая-то загадка большая. Ну ладно, это для тебя. В смысле для меня? Я не разгадываю загадки, чтоб ты знал! Блять! И что делать, блин, с этой херней? Я не могу. Как ты это сделал? Можешь мне сказать? Меня сталкивает. Как вы знаете? Говно для дауна. Я хуй знает. Не могу. У меня не получается. Так, стой там тогда. Ага, ты пойдешь, значит. Заебись. Нет. Ну ладно, иди. Стой там пока. Сейчас, стой пока, не делай ничего, сейчас я тебе сделаю. Бля, еще одна. Сейчас, подожди. А, блин, чё, я не могу... Я думаю, я могу кабель отцепить, чтобы остановить тебе. Ладно, придется тебе как-нибудь справиться. Их там, блядь... Три штуки. Нет, их там пять, шесть. Там прыгнуться нужно будет тебе. Ну хорошо, прыгнуться, а дальше как? Надо ж прыгнуть будет. Ну, говнище. Я не буду в это говнище играть. Давай ты сам. Я тебя тут подожду. Я думал, я кабель смогу отключить, чтобы ты могла пройти.
Давай сам. Не хочу здесь прыгать. Я вижу эти ребусы для даунов. Сейчас, лифт жмем. Я не знаю, как, блядь, там что-то, где пригибаться надо, я что-то не понимаю. О, я тоже упал. Все. Ну, что ты думала, в конце игры тебе будет легко? О, блядь, какая шняга. Ой, блин. Хорошо, хоть здесь сетка, блин, не нужно идти. Вообще через лифт. Что за каким-то Ой, дебильным на самом деле, ходищем, знаешь, да? здесь было легко пропрыгать, просто нужно было по этому, по... Так, куда идти-то? Так, я где-то стою, а? А, все, я понял. Вернуться. Сука ёбаная! Блядь, я почти до конца дошла! Так, а здесь как? Блин, вот на последней лопасти она прям меня чуть-чуть задела. Раз меня вонючая. Короче, Сейчас. сам сделай. Привет. Нахуй, я не буду, блядь, встаю. Ладно. Чем? Просто так, что ли, в кооп, что ли, играем? Понятно. А я, интересно, могу отсюда допрыгнуть туда? А, здесь смотри, здесь. Эта сетка типа круче, и можно сразу на какой-то этап, да, сразу попасть на другой этап. Надо, типа, там рычаг дернуть. Я не очень понимаю, нахуй такие сложности. Так-то ничего сложного. Не, я про логику. Вот, допустим, тебе нужно выключить свет. И ты такой, типа, знаешь, или выключить там плиту. И ты такой сквозь вот эти хуёвины бежишь, чтобы выключать плиту. Условно. Ну, типа, какой смысл жителям было вот это говно настраивать? Но это не жителям, а чуваку, который пошел наверх. Это препятствие. Возможно, он это препятствие хорошо проходил. А нахуя? Блин. Сейчас. Чтобы те, кто остались внизу, не смогли пройти. Вот представь, что ты вот нижний житель. Хорошо, блядь, почему они просто не могут взять с собой лестницу и вон туда по лестнице залезть? Да даже, блин, вон висит бочка на веревке. Просто по веревке блядь, залез и все. Коктейльчик. Я нормально.
Средняя лопасть. Есть успех. Иди сюда хоть в мой монитор посмотришь. Жду, жду. Так, теперь вопрос самый главный. Зачем все это говно было? Ну, смотри в мой монитор. Здесь есть молоток. Подожди, а ты где? Ты можешь мне сказать? Вот. А, я поняла тебя. Ага. Ну. А ты можешь дернуть вот эту кулеру? Спасибо, блядь. И что произошло? Что-то передвинулось. Ладно. Требуется шестеренка. А, сюда нужно положить. Вот молоток, как раз нам для входа. А вот шестеренка, смотри. Блин, требуется шестеренка. О, господи. Да. Ой, блин, короче, я сюда еще просто так шел. Нет, почему за молотком? Ладно. Значит, нужно вот эту штуку обратно подвинуть. А где нужен был молоток? Вот здесь. Назад иди, в самый-самый... На самый-самый назад. Давай я в твой моник посмотрю теперь. Ладно. Вот, вот сюда. Чё он так совсем... Ой, там... Блядь. Это же этот... Тихо-тихо-тихо. Билл. А, он убежал, я не успела его убить. Билл, это кто Билл? Билл из Left 4 Dead. Он прям вообще в точности выглядит. А вон куча шестеренки. Вон шестеренки. Просто идешь обратно. Ага, сейчас, подожди, мне нужно. Вот еще ящики. А что он сказал? Я вообще все прослушала. Так, я половину не услышал. Потому что... Использовать, использовать. Один, а три, один. А, это, смотри, грузики. С ними взобраться нельзя. Тут грузики, видишь, надо ставить вот на вот эту балумбу. Угу. Три, четыре, блин. А что, я не все могу взять? А, нужно, чтобы подъехала. Так, давай ты с одной стороны, я с другой стороны. Что с одной стороны, а ты с другой, я не очень поняла. Ты будешь с одной стороны грузики? Так, нам нужно, знаешь, что сделать? Нам нужно опустить одну... Одну вниз, одни, одну часть весов. Требуется шестеренка. Чтобы на нее положить шестеренки. Нужно единичку убрать наверх. Хотя нет, туда нужно положить что-то. Можешь? Требуется шестеренка, написано. А я с ней не могу, да, залезть? Можешь, запрыгнуть можешь. Нет, он не прыгает с ней. Сейчас, подожди. Пробел не работает с ней. Наверное, можно положить. Да. И запрыгнуть. Можно сделать перерыв. О.
Все, я, по-моему, вниз опустил. Нет, не опустил. Теперь можно... Заяц. Ты можешь вниз еще опустить? Кого? Шестеренку кинуть туда или что? Да. Сейчас попробую. А как это сделать? А, сейчас, подожди, я понял, что нужно сделать. Грузики поставить. Да-да-да, сейчас. Они шестеренки. Что, на какой высоте находится? Что выше? Сейчас. Не, слишком много, блин. Можешь убрать снизу эту четверку? Могу. Я ее не успела убрать. Не-не, убрала. Блин, все равно высоко. А, вот так, единичка. Сейчас, подожди, единичка. Тройку убираем. Все, можно теперь... Что это было? Бля, это я поставила случайно. Я думала, ее в руки берешь. Сейчас, подожди, двойку, да, ты поставил? Все. Теперь нужно... Еще шестеренки. А зачем тебе еще шестеренки? А? А, все, что ли? А, все, типа я положил шестеренки. Хорошо, значит, их нужно поднять на самый верх. На двойку. На двойку, да. Поднимай. Ща. Нет, это не на двойку, пониже можно. У тебя еще там на следующем этаже есть что кинуть. О, отлично, спасибо. Допустим, ставить шестеренку. Все, мост сделан. Responsibility was the only decent thing I could do for them. I can't believe how ungrateful all of you are. Ладно, давай паузу сделаем. Да-да. Он лестницу скинул. Лестницу скинул. Пауза.